Мы поздравляем Олега Дмитриевича Кононенко и всех участников экспедиции с Днем космонавтики. Желаем открывать новые знания о звездах, нашей планете и космосе. Чтобы вам всегда хватало еды. Чтобы не было поломок на станции. Почаще связывайтесь с родными и близкими. Мы очень гордимся вами, хотим быть похожими на вас. Поскорее возвращайтесь домой. И мягкой вам посадки! Здравствуйте, Олег Дмитриевич. От лица отделения электрического проектирования, электронных приборов, космических аппаратов и ракет-носителей поздравляем вас и ваш экипаж с Международным днем космонавтики. 12 апреля для меня не просто день авиации и космонавтики, но прежде всего это день авантюристов, мечтателей и очень смелых людей. Олег Дмитриевич, поздравляю вас с этим праздником. Желаю, чтобы в вашей жизни всегда были люди, которые вас поймут, поддержат. Желаем вам крепкого здоровья для новых открытий в космосе. Ну а мы, в свою очередь, здесь, на Земле, будем и дальше собирать для вас надежную технику. Весь замечательный коллектив космонавтов, которые сегодня на орбите, и отдельно нашего дорогого товарища, друга Олега Кононенко, мы поздравляем с Днем космонавтики. Здоровья, мира, благополучия, удовольствия от успешной сделанной работы во благо нашей великой Родины и во благо всего человечества хочу я пожелать в этот день. Ну и, конечно же, каждый из вас должен быть уверен, что вас ждут на Земле и встретят как настоящих героев. Итак, мы прервали нашу репетицию для того, чтобы поздравить наших небожителей, тех, кто осваивает космическое пространство, экипаж МКС. Поздравить с самым главным нашим космическим праздником, с 12 апреля. В свое время мне выпала честь сыграть Сергея Павловича Королева в фильме «Главный». Поэтому каким-то образом я тоже прикоснулся к космической теме. Мы поздравляем всех, кто сегодня на космической орбите, и особенно нашего земляка, командира экипажа Олега Дмитриевича Кононенко. Возвращайтесь скорее, работайте хорошо, будьте здоровы, настоящего космического здоровья вам. Итак, всех с Днем космонавтики! Вас приветствует детский музыкальный театр «Задумка». Желаем вам достать до самой красивой и яркой звезды. Желаем достичь вам новых вершин. Желаем найти черную дыру, чтобы мы могли путешествовать во времени. Пусть всегда у вас будет космическое здоровье. Передавайте привет инопланетянам. Мы тоже очень хотим побывать в космосе. Сегодня мы в детской картинной галерее города Самары сделали картины, которые посвятили вам, и которые вы можете в любой момент прийти, выбрать себе картину и забрать к себе домой. Будьте здоровы, счастливы, благополучно вернитесь на Землю. Мы вас ждем.